Здравствуйте! В этом видео посмотрим, как создавать новости и отправлять по ним пуш-уведомления. Переходим в соответствующий пункт меню «Новости» и нажимаем кнопку «Добавить новость» справа вверху. Добавляем, пишем заголовок новости. Добавляем изображение. Выделяем область. Фото, которое будет отображаться в новости. Пишем текст. Можно установить дату завершения новости. Если после этой даты, во время этой даты и в это время новость автоматически удалится. И можно указать возрастное ограничение, тогда будет отображаться определенный маркер о том, что эта новость предназначена для определенного возраста. Также к новости можно прикрепить товар. Для того, чтобы когда клиент откроет новость, он мог сразу из новости сразу заказать товар. Так и сделаем. Прикрепим к новости товар. Нажимаем кнопку «Опубликовать». После публикации по новости еще не отправилось пуш-уведомление. Чтобы по новости отправилось пуш-уведомление, необходимо на него нажать на новость и нажать кнопку «Отправить пуш». Здесь можно сегментировать клиентов, для которых придет пуш-уведомление. Но в нашем случае мы выберем «Отправить пуш всем клиентам». Отправить. Новость, по которой было отправлено пуш-уведомление, отображается следующим образом. Около этой новости отображается вот такой значок рупора. Посмотрим в клиентском приложении, что у нас пришло пуш-уведомление. Вот здесь мы видим о том, что клиенту данной компании по всей клиентской базе было отправлено пуш-уведомление. Клиенту данной компании пришло пуш-уведомление. Переходим по нему. Переходим по пуш. И вот наша новость. Наша опубликованная новость. И так как мы добавили товар к этой новости, мы можем сразу отсюда же, с окна новости, заказать этот товар. Нажимаем по товару. Выбираем размер обуви в данном случае и в дальнейшем уже производим покупку как в интернет-магазине. На этом все. Спасибо.